Я знал то, что он присутствует в зале. Но опять-таки же, я говорю, я знал, вот сейчас где-то что-то подойдет. И когда он подходил, честно, я вообще думал, это вот ты подходишь. Понял? Я думал, что а ты не думай, что не подожди, в себе глушишь. Подожди, вот это нежданчик дум... опять. В голове было, ты его сделал? Это что было? Или это импровизация? Это не импровизация, это моя жизнь. У меня в жизни все проходит так. Идет все так, получается, как получается. Я, знаешь, думал, сделать не сделать, сделать не сделать. Зал сделал!